Хорошо, а уважение? За что? Принять человека таким, какой есть. Принять таким, как... А? Ну, клево. Ну, как понимать, уважаешь ты или не уважаешь? Этимологически, если это придание веса. Около важного, да. Но скорее его, его взгляды, его границы важны тебе. Для тебя они осязаемы. Ты останавливаешься. Вес, размер и форма важны для меня. Ну да. Уважение – это соблюдение границ. Что такое самоуважение? Это способность осознать, отметить и отстоять свои границы. Не путать с самооценкой. У маленьких детей уже есть самоуважение. Согласны? Ну, типа вот, Богдан не любит, когда у него надевают шапочки. Он так делает. Он понимает, это его граница. Что он все время идет без шапочки? Но он пока никуда не идет. По маленькому. Но шапочки не любит. Но шапочки не любит, да. Ну вы же одеваете, как будто он без шапочки. Ну я стремлюсь не одевать. Жена одевает. Не, ну мы... Ну ходим, ходим, да. А мы капюшон надеваем. Ему, кстати, капюшон нравится, а шапки нет. Когда его одеваешь комбез, то вот капюшон комбеза и воспринимается. Чтобы можно было уважать, сначала важно эти границы узнать. Спросить. Вы согласны, что у разных людей будут разные границы? Смотри. Там зоны интересов. Уважение – это как раз соблюдать эти границы. Невозможно договориться о том, что лежит в личной зоне человека. Домашка еще, которая будет сегодня вам, это написать, ну, создать политическую карту квартиры. Ну что есть чье? Тогда это можно уважать, соблюдать. Но если все мое, понимаешь, ну, тогда там никого другого уже и не будет. Кстати, это часто является причиной, почему некие молодые там, люди продолжают находиться в одиночестве. Ну, потому что, наверное, говорят, что моя квартира, все мое. А? Если кто-то приходит туда, он говорит, ты сюда на 5 минут и выход там. Ну, мы про личную территорию еще поговорим попозже. Договориться эти трое могут только вот по поводу вот этого кусочка. Общего использования, точно. А если это лично чье-то? Ну, замечали, что попытки договориться с ребенком, как он будет убирать свою кровать, в общем-то, обречены на, него, на провал. То есть ты можешь потратить какое количество там сил, энергии, а его кровать как хочет, так убирает. Если она не убирает, она не напрягает. Ну, все, нормально. Это всего его кровать. А если нам неприятно? Это ваша проблема. Ну, смотри, ты же понимаешь, получается, что каким-то хитрым образом ты начинаешь говорить, что вот тебе будет как-то приятно или неприятно, какого цвета у него трусы. Кого? Надумал такие вещи. Откуда берется? Ну, потому что, похоже, есть программа, у настоящей матери ребенок заправляет постель. Типа, хорошая мать, она определяется тем, как ребенок аккуратен, за, там, понимаешь, там, тыры-пыры. Вот он неаккуратный, значит, я плохая мать, значит, я имею право это требовать. Слушай, моя мама постоянно говорит мне о том, что вот на тебя посмотрят и скажут, какая там хорошая мать или какая плохая мать. Папа там куда-то уходит, она говорит, вот, на него посмотрят, скажут, какая у него там нехорошая жена, что там у нее рубашки не поглажены. И объяснить маме того, что люди уже давным-давно, вот, смотря на меня там в 22-летнем возрасте, вообще не задумываются о моих родителях, странно. Она этого не понимает. Мания преследования пополам с манией величия. Скажи, каким образом это связано? Моя одежда, то, что думают люди о том, какая ты. Ну, как это связано? Ну, скажи, как это я тебя не учила? Ну? Ну, ей это неприятно. Ну, это ее выбор. Это, наверное, начинает кричать. Мама, ты сейчас собираешь кричать.
продолжай. Так, кричать. Отлично. А ты для чего кричишь-то, мам? Молодец. Ты думаешь, что я плохо слышу? В этот момент она уже не слышит. Кстати, когда мы создали политическую квартиру, нам стало опять же проще жить. А просто, понимаешь, когда уже договорились о границах, и происходит нарушение границ, уже всем все ясно, что сейчас будет битва, понимаешь? То есть, понятно, идем рубиться. Ну, давай рубиться, так рубиться, понимаешь?